Вот как это выглядело на тренинге. Сначала то, о чем женщины даже говорить боялись, стало предметом острого спора. Надо от всех мужиков получать деньги, пользу и выгоду. Всем привет. Привет. Ну что, друзья, повоюем сегодня, да? Спор был спровоцирован. Мы взяли, ну, естественно, наших подготовленных людей. Без этого окна Эвертона не работают. Да, и дальше посадили напротив трех милых женщин, которые не понимали, что с ними делают. Они втянулись в нашу игру. Под влиянием подсадных спорщиц идея узаконить женскую измену начала и остальным казаться справедливой. Мужчинам можно изменять, а женщинам нет. Я считаю поэтому, что женщина тоже может изменять. Окно Эвертона сдвинулось. И теперь экспериментатор предлагает заменить неприятное слово «измена» на более научное – полигамия.